На крючке в Сочи завершилось следствие по делу бывших полицейских. По данным краевого СК, они обвиняются в получении взятки. Жалоба на сотрудников поступила от местной супружеской пары в начале апреля. Блюстители закона потребовали от граждан 2 миллиона рублей. Крупная сумма – гарантия свободы за незаконный оборот и употребление наркотиков. Вечером 3 апреля прошлого года супруги на пересечении улиц Урицкого и Полевой в Сочи встретились с 38-летним посредником, которого привлек к совершению преступления один из обвиняемых, и передали ему требуемую сумму. После этого посредник был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Впоследствии были задержаны и оба сотрудника полиции. Сейчас дело направлено в суд. На период разбирательства обвиняемые были заключены под стражу. Там они будут вплоть до оглашения приговора.